О, нет! О, боже, это креветка Годзилла! Нет, не ешь меня! Нет, я хочу жить! Я как бы просто мимо хотел пройти. Бэкст! Он там! Быстрее туда! Я родился на крыше дома своего. А это небоскреб. Я мелкий Годзилла, зубастый. Только какой-то странный белый отстойный раскрас. Нужно этот раскрас поменять. Хочу... Там Годзилла, он же зеленый был вроде бы. Рыжий Годзилла, не-не-не, рыжий не надо. Коричневый, фу-фу-фу. Синий, ба-да-да. Че же за отстой такой? Красный. Где зелененький? Зелененький хоть. О, нормас. Также я могу здесь поменять, модифицировать своего Годзиллу сразу же. Поменять ему цвет глаз. Не то. Это цвет зубов. Цвет ногтей и зубов. Годзилла сходил на маникюр и отбеливание зубов. Я даже не знаю, когда у тебя красные зубы, это что называется, отбеливание или открашивание? В общем, теперь у Годзиллы открашенные зубы и покрашенные ногти. Также насчет глаз. Глаза у меня будут... где ж ты? Цвет-то мой любимый. Я даже не знаю, какого цвета должны быть у Годзиллы глаза, поэтому я выбираю желтый. О, нормас. Словно как НФС, да? Там прокачиваешь тачку, а я здесь прокачиваю Годзиллу. Насчет головы, я также могу прокачать свою голову. Башка, прокачка начинается! Так, что у нас здесь есть? Воу, нифига себе, прикольно, это прям какой-то робот ходячий уже. Воу-воу-воу, полегче. Что? Не, ну это уже какой-то прям чужой динозавр. Блин, забыл, как этого динозавра называют с длинной шеей. Длинношея или бронтозавр. У них там более сотни видов длинношеих было динозавров. Ну, в общем, я такой вот, какой-то непонятный. Что у нас дальше? Цветочек, уйди от меня, водяное чудище. Зачем ты за мной ползаешь? И вообще, что ты делаешь на суше? Иди уходи в свои воды. В дальнее плавание. О, молодец. Так, продолжаю модернизацию своего Годзиллы. Конечно, сейчас он на Годзиллу мало похож, но мы придем к какому-нибудь интересному виду. Ой-ой-ой-ой, нет, одноглазый не нужен нам. Это что? Это прям из Пиратов Карибского моря. Осьминог. Не нужен нам краб? Ой, нет. Нет, спасибо, нам такое не нужно. Голова дракона. Нет, дракона нам тоже не нужны. Ну, в принципе, я знаю, что я выберу вот эту вот голову. Самая страшная, самая устрашающая и самая такая интересная голова. Насчет торса. Посмотрим, что у нас с торсом. Так, пресса нет, зато грудь огромного размера. Это не подходит нам. Два кубика. Раскачай свой пресс в два кубика, тоже не подходит нам. Это называется анорексия. Здесь у нас тоненькая такая палочка кишечника. Фу, блин, кишечника, кишки, да. Едем дальше. Это называется ужатый уж. Тело диванного Годзиллы, который расплылся на диване и смотрит телевизор. Тоже не подходит. Такой спортивный Годзилла. Ну, в принципе, все, мы вернулись по кругу. Тогда у меня будет спортивный Годзилла, вот такой вот. Сейчас я себе руки-базуки найду. О, сразу же, руки-базуки, пожалуйста. Что еще есть? Ага, тут еще и сами кисти меняются. Здесь у нас такие перчатки боевые, типа двоечку сейчас пропишу. Здесь у нас какие-то иглы непонятные, шипы. Ну и в принципе, оу, ветки. Ветки вместо рук, это жестко. Это у нас какие-то, не знаю, помада, губная помада вместо рук. Цветочки это не для нас. Ну, в общем, вот, руки-базуки. Пойду сейчас двоечки прописывать. И насчет ног. Мне нужны еще и ноги-базуки. Оу, каракатица какая-то. Ну слушайте, кстати, неплохо так. Это прям как роботы из Терминатора. Также можно превратиться в ползущую змею. Вот такую вот. Ноги парнокопытного. Было бы неплохо, если бы ноги здесь играли какую-то роль важную. Но это не так. Вот этот вариант мне больше всего понравился. Поэтому оставляю его. Модернизацию нашего... Я даже не знаю, Годзиллы уже сложно назвать. В общем, мы завершили, поэтому монстр-мутант, который сейчас будет рушить город, начинает крушить все. Первое, что я хочу раскрушить, это вот эта вот замечательная маленькая машинка. Ну, ломайся. Опа. Вот так вот, да. По чуть-чуть. О, я ее, кажется, сломал, посмотрите. Все, окончательно съел. У меня такое ощущение, что я их съедаю, потому что они разваливаются. Не на части, а как бы кусками просто разрываются.
Кстати, у нас сейчас размер нашего монстра всего лишь единичка. Это очень мало, это начальная стадия, но мы сейчас раскачаемся, и у нас будет просто огроменная здоровая махина, которая крушит город. Он, например, как вон та белая фиговина, которая вцепилась в высотку и потихонечку поедает ее. Ну, а я тем временем буду наслаждаться машинкой. А что если я попытаюсь сломать вот этот маленький домик? Нет, я еще недостаточно большой, поэтому... никак. Тогда буду поедать машины и деревья пока что. О, есть лавочка. Надо попробовать сломать я... Ой, как она быстро сломалась. Я, кстати, уже сейчас второго размера. И за мной бегает вот эта здоровая, ящероподобная амфибия-мутант. Я даже не знаю, как ее назвать. У нее вместо рук какие-то лепестки. Даже не перекрасилась. Бескусица. Фу-фу-фу. Светофор? Зачем здесь светофор? Я не хочу, чтобы здесь стоял светофор. Вот так вот. Блин, да отстань ты от меня. Зачем ты хочешь меня съесть? Я же типа как бы твой сородич. Пойду я, короче, в центр города прогуляюсь. А ты здесь туси. О, да я смотрю, там куча мутантов. Причем они очень огромных размеров. Ладно, начну с дерева. Отлично. Здесь у нас стога сена лежит. Несколько штучек. Сейчас мы их тоже попробуем сломать. Это я, походу, на ферму какую-то прибежал. А как насчет амбара? Я все-таки... Нет, амбара я не могу. А вот эти здоровые бочки я могу сломать. Оу-е! Я вырос! Я стал еще больше. Ну-ка, теперь я смогу на амбар напасть? Нет, да что ж такое-то? Никак. Тогда продолжаю качаться на бочках. Е-е-е! Я еще подрос! Четвертый уровень мутанта против амбара. Ну, наконец-то! Наконец-то я могу его съесть. Сейчас будем поедать амбар. Упс, кажется, я уже крышу съел. Амбарчик вкусный был. Магазинчик. Что у тебя? Да ладно, я еще недостаточно огромный, чтобы съесть магазинчик. Это печально. Ладно, буду есть домик. Здесь так все медленно, просто капец. Придется увеличивать скорость. Оу, я достиг пятого размера своего монстрюгана. И на самом деле здесь прокачка очень медленная, потому что эти годзиллы, монстры, мутанты, они очень медленно бьют. Это просто какая-то каторга. Поэтому я буду увеличивать скорость каждый раз, когда буду нападать на какое-то здание, либо на какую-то постройку. Но перед тем, как мы продолжим, я хочу проапгрейдить своего монстрюгана. Здесь есть возможность прокачивать статистику. Что у нас здесь есть? Прокачать регенерацию здоровья, повысить количество здоровья, увеличить скорость ходьбы, увеличить урон и увеличить скорость атаки. Наверное, характеристика требует 5 урон. AP. AP у меня было 8, осталось 3. Также у нас есть еще МП. Это типа, ну, мана, наверное, я не знаю. Давайте зайдем в магазин и посмотрим, что мы можем купить за это МП. За МП мы можем покупать другие части тела. Например, можно купить голову какую-то нестандартную, которая еще не была в предыдущем каталоге. Здесь вот такие вот красные, такие уже с кольцами, да, такие прикольные головы. Там шипы вот такие вот, ну прям прикольно, прикольно. О, царь-осьминог. Также здесь есть и другие части тела, торс, руки, ноги. В общем, ну это все здесь пока что для нас дорого, поэтому нам здесь делать нечего. Так что выходим с магазина. И продолжаем нашу прокачку. Посмотрим, с какой силой теперь я буду бить и крушить, а также поедать здания. 13, а было 10. Приличненько. Естественно, чем больше здания, тем больше опыта я получаю. А это означает, что я быстрее вырасту. Я вырос вширь, я вырос вбок. Хотя вроде бы вширь и вбок это одно и то же. А, и вырос в высоту. Теперь я все могу. Пойду-ка я вон ту заправку или кофейню, которую я не мог ранее сломать, попытаюсь разрушить. А, кстати, да. У меня есть возможность еще раз проапгрейдиться. И в этот раз я хочу прокачать скорость атаки, потому что у меня очень медлительное существо. Так. А теперь попробую разрушить эту заправочку. Или кофейню. Не знаю, на что это похоже. Похоже на кофейню, потому что заправки здесь бы еще стояли...
колонки и прочее-прочее, так что это кофейня. Магазинчик. Так, ну-ка, насколько ты быстро теперь бьешь? Ну, чувствуется ускорение, но не намного. Жалко, конечно, что я не могу пользоваться своим огроменным массивным ртом. Это было бы эпично, ну, по крайней мере, выглядело бы очень круто, как я поедаю здание. Ой, нет, кажется, ко мне вернулся мой старый друг. Даже два друга. Надеюсь, что они ко мне не подойдут и не будут меня поедать. А то они такие еще приставучие. Не-не-не, чувак, ну не иди сюда, ну не иди ты ко мне. Ну посмотрите на него, ну что творится-то, а? Ненасытное ты брюхо, отстань от меня. Хорошо, что у меня здесь есть спринт. Вот эта вот желтая полосочка убывает, это я сейчас на спринте бегу. Все, пускай он там ломает. А я буду вот здесь вот этой вот, я не знаю, коптильня-то или заправка, буду ей наслаждаться. Ох, как же меня напрягают эти старшики. Вроде бы из одного класса, ну, из класса монстров, но все равно пристают ко мне. И все потому, что я меньше их, слабее их. Но ничего-ничего. Зато я могу за задницу укусить так своей головой, своей челюстью, что у них потом, сколько там... Раз, два, 8 дырок останется. Да ты посмотри на него, а. Гусеница ты недоразвитая. Давай уже в бабочку превращайся, да улетай отсюда. О-о-о. Но я все равно съем эту заправку. Надо только... Блин, он по 21 бьет. Больновато как-то. Сейчас он меня точно съест. Ну давай. Ну, монстрюган, давай, есть. Валим, 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 все. Быстро, быстро, быстро убегаем. Фух, фух, фух. Я ее съел и убежал. Два дела сразу сделал. Классненько. Ладно. Через речку попробую перебраться на другой остров. Опачки. Да нифига себе. Я, кажется, в этой речке ходить могу. Она мне прям по пупок. Не по пупок, а по титечке. По титечке. По грудину. Так, что я здесь могу съесть? Чем я тут могу полакомиться? Нужно... О, нифига себе, из-под земли какая шпала вылезла. Вы посмотрите. Тоже, кстати, зелененькая. У нее такие шипы на спине. Офигеть. Прям похож на какого-то короля подземелья. Не на подземелье, на короля гоблинов. Он же зеленый, хотя я тоже зеленый. Но я же не на гоблина похож. Здорово, ребята. Я пришел в класс. О, там сородич мой, смотрите, с такой же головой. Эй, чувак, что ты маленьких обижаешь? А ну давай со мной поговори. Сейчас мы с тобой заобщаемся, иди сюда. Че ты от меня убегаешь? Сейчас я тебя как ущипну. Оу-оу-оу-оу, нифига себе, как у меня нокаутом. Не-не-не, я пошутил. В драку в лес и убегаю теперь сам. Блин, больно бьет. У меня еще и спринт закончился. Сейчас он меня, короче, конкретно здесь ушатает. Так, прыгаем по карнизам, по крышам. По крышам пытаемся от него убежать. Е-е-е, все, фиг ты сюда взберешься. Ха-ха-ха. Ой-ой-ой, нифига себе, надо перепрыгнуть вот сюда. Да что ж ты будешь делать? Не могу. На. Фух, забрался как по лесенке. О, чуваки, я выше всех вас. Здесь вместе взятых. Хотя, я бы так не сказал. Вон тот вот зеленый гоблин пытается съесть черного кролика, у которого вместо рук какие-то ветки. Они довольно высокие. Выше, чем я. Упс, кажется, кого-то там съели, одного из них. Ладно, я спрыгиваю. И пойду-ка я съем вон ту нефтяную базу, которая стоит на воде. Здесь мне кушать нечего, там уже все съедено. Кстати, да, я же уже стал на размер больше, у меня есть возможность проапгрейдить еще что-нибудь. И я, наверное, проапгрейжу все-таки скорость атаки. Так, я хочу бить как молния, как флэш. Интересно, смогу ли я ее съесть? Да, я ее, кажется, могу съесть. Офигенно, ну тогда, сейчас я нефтью насыщусь. Там вон черное змеевидное существо ползет по мостику, словно переходит пешеходный переход. Интеллигент, однако. Опачки, уронил на бачок нефтяную вышку. Скоро она совсем утонет. В моем животе. Ха-ха. Ну вот, я ее съел. Теперь есть нечего. Пойду тогда вон на тот материк. Итак, я уже достиг 10 размера. Звучит, конечно, смешно, 10 размер, но как есть.
В общем, можно сказать, что это 10 уровень, и у меня есть возможность прокачать еще какую-нибудь характеристику. Единственный минус, что характеристика скорость атаки у меня стала стоить теперь 10 EP, AP, EOP, я не знаю, как это еще прочитать. Ну что, все равно я буду прокачивать скорость атаки, потому что это важная характеристика для моего монстра. Текс. Посмотрим, насколько теперь я стал быстрее бить. Чё-то как-то не шибко велико. Возросла моя скорость атаки. Хотя я уже туда столько очков вкачал. Просто как-то жалко даже становится. Интересно, а если я попытаюсь сейчас что-нибудь более солидное съесть? Например, вот эту вот высотку. Осилю я ее или нет? О, да, кажется, у меня получится ее съесть. Ну-ка посмотрим, как она будет поедаться. Нифига себе. Кажется, этот монстрюган огромный ломает сразу два здания. Я также хочу. Ну, наверное, это с возрастом у меня появится такая функция. Точнее, с размером. Как правильно сейчас здесь было бы это и уместно сказано. Так, а если я также встану и попробую сломать два здания одновременно? Вот так вот. О, ломается. Просто шикарно. Ломается. Сейчас я буду получать двойной опыт. Первый готов. Конечно, не без помощи братюни, он мне помог высотку сломать. И я стал 12 размера. О, я иду на пролом. Кстати, они меня не боятся даже. А я бы боялся на их месте. Эй, змея, ты чё, офигела? Я сейчас тебя укокошу, блин. Кто кого? Змея или я? Я наношу по 16 дамага, она по 18. Но зато у меня удары побыстрее, чем у нее. И... Блин, кажется, сейчас я ее. Да блин! Капец. Капец капецкий. Вот это мне не фартануло. А, нифига себе. И я стал сразу. Капец, я 2-3 размера потерял. А, жесть, нет. Фига себе, а я и не знал. В общем, ребят, на этой печальной ноте мне даже как-то перехотелось дальше играть. Если вы будете играть в нее, то знайте, если вы помрете, то у вас отнимут несколько уровней размера. Так что такие дела. Я, конечно, еще хотел докачаться и купить что-нибудь в шопе. Но в шопе... Да пошло оно в шоп. Так что... Желаю вам удачи, если вам понравилась эта игра в этой игре. Эй, что-то какая-то тавтология, да? Ну, в общем, желаю прокачки вам в этой игре. И кому понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем пока и увидимся в следующем выпуске. Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Закончим дум-дум-дум. Ладно, не урчи.